Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Рустен, и я продолжаю прохождение Super Mario 64 Land. Короче, в прошлой серии мы закончили проходить мир 5, а теперь мы в 6 мире, и это облачный мир, так что поехали в первый уровень. Так, что тут надо делать? Так, тут надо 3 звезды забрать, да, мне? Так, посмотрим, тут вроде бы ничего нету, да? А эти сундуки я могу разбивать? Ну-ка, погоди. Нет, ничего я не могу разбивать, так что идем дальше. Так, 100 желтых монеток тут мне собирать не надо. О, здесь эти платформы из Mario Sunshine. Уи-уи-уи-уи. Так, ладно, сюда. Давай сюда дальше, хорошо. Эй, тут камни. Ну-ка, я хочу их разбить. Эй. Фью. Эй, Катя, дюк, разбиваем. Так, берем тут красную монету. Одну. Так, я не знаю, откуда эта музыка тут звучит. Так, здесь номер 3. Так, здесь я уже будет номер 4. Так, тут 2 лакита. Надо их убрать. Ну-ка, убиваем их. Обоих. Так, тут еще этот придурок летает. Надеюсь, он мне не будет мешать. Так. Марио, молодец, что ты блок разбил. Ну-ка, давай. Давай сюда наверх. Берем номер 5. Так, идем дальше. Уи! Так. Теперь смотрим дальше. А, вон там еще одна. Вот еще одна. Номер 6. Да, это будет? Да, номер 6. Блин, как ты мне надоел. Ладно, идем сюда. Здесь уже номер 7. Так, а последняя где будет? Красная монетка. Где последняя? Где-то здесь или где? Уи! Прощай! Да что ты делаешь? Так, сюда надо. Так, это... Погоди. Кажется, мне лучше, наверное, сюда пойти, да? Потому что здесь может быть последняя красная монета быть, да? Да-да-да, вот она есть. И вот она, звезда. А почему она фиолетовая, эта звезда? Ладно, не будем спрашивать. Ну-ка. Эх, я хотел сразу на звезду. Ну ладно. Here we go! Да, мы забрали эту звезду. Теперь мы можем идти дальше. Сюда. Так, на эти врагов я тоже могу становиться, да, только я до них не допрыгну. Ладно. Так. Сейчас будет красно переворачиваться. Что? Как меня платформа ударила? А? Как? В смысле? Почему платформы такие, которые убивают Марио, а? Ну-ка. Да я хочу быстро, я не хочу тут долго. А, черт, блин. Ну-ка. Уи-у. Вот так. Прямо сюда и сюда, давай. Так, что мы тут? Да пошел ты в жопу. Ну-ка, иди-ка ты сюда. Иди-ка ты сюда. Дай, уйди отсюда. Вот такой вот поворот. Погоди. Да что ты делаешь? Марио! Почему ты не можешь? Уи-уи-уи. А так? Нет! Не надо. Так. А тут есть какая-то еще звезда? Может быть, здесь и где-то есть? А, вот она. Yes! Номер 2. Берем ее с собой. Так, теперь только осталось до финиша дойти. Марио, почему ты не задержался за эту палку? Марио, держись. Тебе надо на эту
палку держаться, вот так, чтобы лезть дальше. Окей, дальше. Уии! Так. Так, здесь мы берем еще один пауэрап с собой, чтобы у нас были снова три тучки с собой. Ну-ка, сюда надо. Уию! Так, да блин! Марио делает так, хорошо. Уии! Давай сюда. Ладно, пусть будет так. О, спасибо, тучка, ты меня еще спасла, жизнь мою. И берем звезду. Фух. Так, какая оценка? С, пойдет. Ладно. Хоть не Е. Хоть не Е оценка. Так, а тут же где-то еще должна секретная звезда быть, да, здесь на карте мира. Погоди. Нет, я так не хотел. Я бы хотел бы как-то наверх попасть. Вот сюда. Так, а тут что у нас? Ну-ка, погоди, дальше. Дальше поехали. Так, тут что-то есть? Нет? Ладно, пойдем в трубу. Второй уровень. Так, тут мне надо 100 желтых монеток, да, собирать? Конечно, Марио. Ты хочешь падать в яму, да? Почему ты думаешь, что там принцесса, а? Тут нету никакой принцессы. Так, откуда эта музыка? Звучит как-то прикольно, вроде бы. Так, мне надо монетки собирать тут. Так, тут по-любому и красные монетки будут, да? Так, Марио, ты должен отпрыгнуть еще от него, да? Вот так. Откуда эта музыка? Звучит как-то прикольно. Только я не знаю, откуда эта музыка. О, первая красная. Так, о, тут мы можем пару бонусных очков получить. Так, убиваем врагов, чтобы побольше очков у нас было, чтобы получше ранг получить, да? Так, здесь у нас тоже одна. Только надо допрыгнуть до нее и взять ее. Так, теперь дальше. Так, здесь тоже одна. Ну-ка, ну-ка, блинк, блюк. Вот так. Так, здесь одна тоже есть. Номер три. Так, где еще тут есть? А, вот сверху. Ну-ка, мне надо как-то туда попасть, наверх. А, я и вот так смогу. Таук. Конечно, Марио ударился башкой. Да, Марио, да ты делай что-нибудь. Ладно, тогда вот так. Так, дальше надо идти сюда, по-моему, да? Так, ну-ка, ну-ка, я хочу красную взять. Ладно. И давай сюда, номер 6. Так, здесь будет номер 7 и номер 8. Так что мы все нашли красные. Так что берем ее с собой. Ну-ка. О, еще и сюда допрыгнул. Берем ее. И звезда вот здесь будет находиться. Так что мы ее сейчас возьмем. Откуда эта музыка? Блин, она звучит как-то прикольно. Первую мы забрали. Осталось только забрать нам 100 желтых монет.
Мы так-то уже больше половины забрали. Остальные еще. Вот так, ладно. Тогда сюда. Да что ты делаешь? Если бы видно было нормально. Да что ты делаешь? Ладно, пусть вот так будет. До платформы еще допрыгнул, хорошо. О, еще и сюда увидел. Окей, хорошо, хорошо, хорошо. Так. Нет, не надо застревать тебе, Марио, здесь где-нибудь. Так, идем-ка сюда. Так, здесь у нас пару врагов есть, которым мне их надо убрать. А, тут тоже еще пару желтых монеток есть, которые я хотел бы их забрать с собой. Ну-ка, бери монету. Ты что делаешь, Марио? Так, здесь у нас желтых монеток нету, но у нас здесь пауэрап есть. Так. А я смогу как-то... нет. Лучше, наверное, вот здесь тучки еще сохранять, да, свои? Так, монетки надо брать, монетки надо брать, монетки надо брать. Монетки... Ну-ка, монеты бери. Так... А, сейчас будем выживать тут, чтобы все монетки забрать тут. Окей. А, не надо тебе скользить, не надо тебе скользить. Так, теперь на этих врагов будем становиться. На этих врагов будем становиться. Я сказал, на этих врагов будем становиться. Вот так. Да блин, а, я тут ни хрена ничего не вижу. Да е-мое, я тут ни хрена ничего не вижу. Так, как тут можно? Вот так, ладно. Ай, блин, у меня нос зачесался, почему? Да, блин. Давай сюда. Блин, тут мне видеть бы. Ладно, пусть будет так. Пусть будет так, ладно, ладно. Так, ну-ка. Так, одна еще осталась. Одна монетка еще. Да что ты делаешь? Давай на этого врага. Во. Да, не надо. Я хочу тучку еще сохранить последнюю. Да почему? Да молодец ты, Марио, молодец ты. Умница. Кажется, сверху уже звезда будет, да, наша? Вот. Ладно, берем. Берем эту звезду. Сохраняем. И теперь можем идти уже к финишу. Ой-ой-ой. Куда? Куда? Так, что ты делаешь? Давай, на крышу, я сказал. Почему ты не хочешь на крышу? Ладно, тогда вот так, как-нибудь. Окей. А, не надо тебя скользить. Так, что дальше? А, у меня, блин, ни одной тучки нету. А, вот еще пауэрап будет. Окей, хорошо. Так, ладно, берем с собой новые тучки с собой. Уи! Вот так, здесь мы... Да блин! Ты... А, сюда! Да не надо тебе... Блин! Я хочу... Да как? В смысле? Ну блин, и как теперь?
И что я теперь тут должен делать? Ну-ка, вот так я смогу? О, вот так могу. Вот так. Давай сюда. Вот так. Без тучки сделаем. Без тучки пройдем этот уровень, да? Так. Тебе надо длинный прыжок делать сюда. Смотрите, какой мир огромный. А, нет, 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 нет. А почему этот тучки, облачный мир, мир шестой? Обычно же ведь, если играть в New Super Mario Bros. DS, там облачный мир был седьмой мир. Hey, you very good. Что? Друзья, я первый раз уровень на ранг А прошел. Поздравьте меня. Мой первый ранг А. И то в шестом мире. Ладно, как я так сделал, чтобы А получить? Ну-ка, что ты мне скажешь тут? Ты такой нуб, ты только один А получил в одном уровне, а я везде получил А. Да пошел ты в жопу, придурок. Конечно, лучше ударься в черный экран, да, тут. Так, посмотрим, куда нас дальше приведет уровень. Пойдем-ка сюда, в этот уровень. Я тут слышу музыку. Но я не вижу экран, черт! Ладно, тут баг какой-то, друзья, произошел. Я не могу уровень пройти. Потому что там черный экран. Так, мне кажется, что вот здесь, да, по-моему, будет... скрытная звезда. А, вон я уже вижу ее. Вон я уже вижу ее. Уи, мне только допрыгнуть надо до нее и взять ее. Ну, что-то он не хочет. Только жаль, что я тут не могу камеру поворачивать. Поэтому я прыгаю просто вслепую. Ой-о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 й. Ну-ка. Ну-ка. О, взял ты. Хорошо. Так, ладно. Марио немножко покалечился. Так. Ладно. Из-за того бага я и следующий не могу пройти уровень. Ладно, придется мне идти к боссу. Что я могу теперь сделать? Подумайте, что... вот это вот босс. Так, что это за босс такое? А, это чё? Биг Попа? Воу! Так, мне надо осторожно быть, да? Вот эти вот электрические штуки, которые ездят туда-сюда. А, это... Ой! А, почему у меня ударило? Уиу! Так, один способ мне только в пушку... Да, ему стрелять в глаза, да, по-моему? Надо из пушки. Так, ну мне кажется, что надо еще пару раз в него попасть, да? Так, теперь мне надо здесь вокруг бежать, блин! Уи! Уи! Уи-ю-ю-ю-ю-ю! Сколько вас тут их? Так, воды, воды, вода! А! А! Да что такое? А! Да что? Да почему так? Нет. Да что? Да что ты не прыгаешь? Ну-ка, в трубу, в эту, в трубу, конечно, в пушку. Бам! Стреляем в него. Вот так. А! Сколько еще? Так. Уиу! Окей, значит, мне надо в эту сторону бежать. Что? Еще и эти штуки тут? А! О! Надо сохраниться! Хо-хо. Ладно, надо добежать до пушки! Ай, блин, а! Да как? Отвали! Да, блин, а! Ай! Да капец, как? Идите вы от меня все! А! Да блин! А! Да ебаю, иди ты от меня! Да блин, ты как?
Да пошел ты отсюда, ва! А, да попытка! А, один хп у меня остался. Надо только... Мне до трубы дойти, блин, а! Ой, да какой до трубы? До этой пушки, блин. А! А! Нет! 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 Блин, а! А! Черт! Дай! Блин, а это что? А! Боже мой! Ладно, сюда! Сюда! Все? Пожалуйста, это все? О, наконец-то! Фух! Блин, ну в конце, блин, спамится тебе штуками торпеда, блин. Окей, друзья, мы закончили проходить шестой мир, потому что из-за бага я не могу пойти в этот уровень, и я не могу пойти в тот уровень. Это что? Ладно, я попробую как-нибудь перестартовать эту игру и посмотрим. Может быть, тогда получится мне пройти эти два уровня, которые остались. Ладно. Увидимся в следующей серии. До следующего раза, ваш Рустенда. Пока-пока.